Владимир Вольфович. Давайте. Самое важное стихотворение Пушкина, которое имеет значение сегодня, или русского царя, уже бессильно слово, или нам с Европой спорить ново, или русский от побед отвык, или мало нас, или от Перми до Тавриды, от финских хладных скал до пламенной Колхиды, от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая, стальной щетиною сверкая, не встанет русская земля, так высылайте ж нам витии своих озлобленных сынов. Есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов. Все сказал великий наш поэт Пушкин тогда, в 1831 году.